Коллеги, всем привет! Сегодня у нас в работе коррекция бонда. В корнях у нас 7,1 плюс седина, по длине у нас 10,03. В работе нам понадобится бондаран и 6% окислитель. Наносим в прикорневую зону бондаран, пропорция 1 к 1, длину прочесываем на влажные волосы. Затем мы наносим краситель Velo Illumina. Пропорцию я укажу внизу в описании к этому ролику. И вот такой вот красивый благородный вариант у нас получился. Сейчас я корректирую ровную четкую линию, потому что волосы достаточно тонкие. Здесь конкретно подойдет именно вот такая вот красивая ровная четкая линия, которая создает массивность и густоту в форме. Всем рекомендую стричь ровные четкие линии на тонких волосах, чтобы создавался вот такой вот тяжелый контур в женской стрижке. Конечно, каждый решает сам, но я принял решение сделать именно так. И вот такой вот красивый, на мой взгляд, результат у нас получился. Цвет достаточно теплый, как вы видите, и достаточно однотонный. Никаких переходов, переливов, ничего нет. Все достаточно ровно, четко. Друзья мои, оцените, пожалуйста, это видео по 5-бальной шкале. Спасибо за внимание.